Да? Делай. Приветствуем силачей старой школы. Здрасте. Возможно, слабачей даже. Отдельный привет дяде Сереже Ильину старшему. В общем, все-таки мы сегодня позанимались и решили врубиться в зарубу, но, честно хочу сказать, особого желания не было это делать, потому что мы сегодня сделали херову гору всего, и ну, вы увидите на видео. Вот, я попробую поподнимать 32-шку, в общем, в таком армрестлерском стиле она была. То есть с упором 90 градусов и херак-херак. Я сел на тахту без спинки. Сегодня, короче, день больших весов. Сегодня, да, кстати, вообще. Я чувствую, буду священника звать завтра. Да. Ну давай, что, начинай. Видно, что 32? Да, я уже заснял там в начале. Видно, да. Бля, ну там дядя Сережа нормально сделал. Ну я хрен знает, сколько сделал. Мне кажется, вообще не подниму. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11. Давай-давай, 12. Отложил бомбу, короче. Хорошо, что с руки. 12. Хотел 13, счастливое число. Фу, честно говоря, не могу сказать, что хороший результат. Но я думаю, простительно, учитывая, что мы сегодня сделали. Вот, передаю слово Александру Капралову. Ну, держи, чё. Снимай, не останавливай. Мне кажется, я вообще не поднимаю. А где напустим? Я могу свой дать. Ритка, будешь в зарубе участвовать? Да. Тебе 16-ку дадим. Мне нельзя 16? Сколько? Не-не-не, сейчас увидишь. Мне нельзя, ничего сегодня тяжелого. Ты уже оделся, что ли? Или замерз? Короче, если я не поднимаю, то я обрезаю это видео. Что? Если не подниму, то я обрезаю это видео. Давай какой-нибудь комментарий скажи. Типа, короче, упал с канатов. А, кстати, Саныч перед этим на канатах лазал с сороковкой. Да, я поставил свой новый рекорд, залезет на канат, как вообще спрятан. То есть камера тут. Да похуй. 40 килограмм. Эть! У меня руки, честно говоря, вообще ничего не хотят делать. Сколько там подняли вообще? Дядя Сережа Ильин поднял то ли 10, то ли 11 раз. Сергей Ильин-младший поднял, по-моему, 8 раз. Но он там бла-бла-бла, четвертый подход. Ну, это понятно, как бы. У нас тоже сегодня. Не знаю, какой подход. Ладно. А что ты как бы вот так, да? Упираешься, короче, из 90 градусов поднимаешь. Да? Да. Вот так? Да. Пиздец. Раз. Класс. Я канат выебал. Извините. Нормуль. Давай. Красавчик. Давай, Ритку, снимем. Давай, это самое. Да, она тут вышла. Выключи, короче, я попробую.